Привет, и мы продолжаем игру Зомби Цунами, и первая комбинация из двух зомби-птиц, согласно отзывам и комментариям наших подписчиков, вот попросила мода и школа, вот такой вот забавный ник у подписчицы, возможно у подписчика, чтобы я сегодня взял супер-зомби-птицу коробку и супер-зомби-птицу. Вот эти две зомби-птицы будут помогать нашим зомбикам сегодня побить рекорд, надеюсь, это нам удастся. Ну что же, пробежим и посмотрим, что из этого получится. Очень неплохая пробежка у нас начинается. Вот уже начальные уровни, уже 14 зомбиков у нас есть. Ну, я надеюсь, друзья, что сегодня удастся нам побить рекорд по количеству зомбиков и по количеству мозгов. Вот, кто, друзья, смотрит мои видео, тот знает, у меня рекорд по зомбикам 48 зомбиков, а количество мозгов видно внизу, 134 мозга удалось взять за одну пробежку. Вот, надеюсь, друзья, что сегодня это нам получится. Ну что же, посмотрим. Итак, вот неплохо увеличился наш отряд, 19 зомбиков. И да, вот добрались мы до первого супер бонуса, и это супер бонус меха. Вот возьмем-ка мы одного из... Это был парашютист. Ну и вот думал, мы будем разрезать бомбы. Ага, вот разрезал наш мехаавтобус. И двигаемся дальше. Отлично. Разрезаем бомбы. Отлично. Очень-очень даже неплохо. Увеличиваем отряд за счет людей. Отлично. Ой-ой-ой, как непросто здесь перепрыгивать, но нашему меху это все удается. Отлично. Еще один человек добавляется к нашему отряду. Поглощает зомбики, разрезает. О, вы видели, как здорово разрезал этот самолетик. И 31 зомбик уже есть у нашем отряде. Если так здорово пойдет, друзья, и не пошло, друзья. К сожалению, пошли пропасти. Вот, начали наши зомбики падать. Да, есть возможность перевернуть один танк, второй танк. Вот, 31 зомбик. И да, друзья, неожиданно я выполнил одно из условий. Вот, не посмотрел я в начале игры, какое у нас задание. Ой-ой, друзья, как я неловко прыгнул. Как показалось, что земля должна быть провалиться. И вот, ну, как-то не очень хорошо получилось. Тем не менее, продолжаем игру. Удалось мне спасти наших зомбиков. Ну, я надеюсь, друзья, что дальше мы не будем уже делать таких ошибок. Итак, вперед-вперед. Уклоняемся от вертолета, от машинок. И надеемся, что все же удастся нам сегодня побить рекорд. И попадаю на бомбы. И, к сожалению, друзья, на этом все. Вот, удалось выполнить одну из задач, опрокинуть две мусорки. Вот, дальше у нас есть задание, имейте в наличии одного зомби в шляпе Париж в стиле Элвис в эпизоде Лос-Анджелес. И еще опрокиньте три машины в эпизоде Париж, осталась одна. Ну, вот такая вот интересная, друзья, была пробежка. Не очень хорошо вот получилось, тем не менее. Итак, еще новые задания, взорвите 7 бомб с помощью квотербеков, осталось 7. И да, друзья, у нас открывается лотерейный билетик. Давайте-ка посмотрим. И здесь у нас подарок группа людей и еще один лотерейный билет. Ну что же, супер, открываем. И что же здесь? 100 монеток и монетные бомбы. Ну что же, просто супер. Итак, друзья, вот давайте-ка мы вернемся назад. Вот, не взял я комбинацию следующего подписчика. И следующая комбинация у нас от Сатархан Бакжанби. Вот, и его комбинация супер зомби птица и панк авиатор. Ну что же, очень хорошая комбинация. Вот давайте-ка мы ее возьмем, зайдем, поменяем. Вот, возьмем. Супер зомби птица у нас есть, только осталось зомби птицу коробку поменять на дикого птеродактиль. Кстати, вот коробка, она увеличивает вот действие бонусов. А вот, прошу прощения, сказал дикий птеродактиль, панковиатор. Он превращает 12% машин
монеты. Ну что же, давайте-ка заменим на коробку. Вот такая комбинация и двух летающих зомби-птиц. Ну и посмотрим, как они сработают. Ну что же, вперед. Вот давайте-ка еще подкуплю бонусов, чтобы это было интересно. И все же попытаемся сегодня побить рекорд. Итак, наши зомбики поглощают группу людей. Ого, вы видели, как прикольно выстрелил панк-авиатор своей ракеты и превратил вот машинку в монеты. Это было здорово. Это было здорово. Продолжаем движение. Вот, супер зомби-птицы с лазерами из глаз. Вот, разрушает всевозможные объекты. Ну что же, это было интересно, это было прикольно, это было здорово. Итак, двигаемся, двигаемся нашим отрядом. Вот, поглощаем людей. Вот, и я надеюсь, у нас все получится. Итак, вперед, вперед, вперед. Вот, двигаемся в Лос-Анджелес, перепрыгиваем аккуратно через машинку. Ну, аккуратно не перепрыгнули. Вот, передние перепрыгнули, а задние все же зацепили. Отлично, переворачиваем один автобус, второй автобус, поглощаем людей. И какое хорошее число, 27 зомбиков. И да, добрались мы до супербонуса, и это супербонус цунами. Возможно, друзья, сегодня удастся побить рекорд. Если много зомбиков и попадает зомби цунами, это всегда очень большой шанс, что удастся побить рекорд. Ну, я надеюсь, друзья, что это нам сегодня получится. Итак, вперед, вперед, вперед. Вот интересно, мне бы хотелось, чтобы у нас все получилось, но посмотрим. Итак, движемся, движемся, движемся. Вот разрушаем всевозможные объекты. Было бы здорово, чтобы попалось побольше автобусов, машинок и танков, ну и самолетиков. Тогда бы было бы большая вероятность, что мы побьем рекорд. Итак, не знаю, сколько людей. И да, да, друзья, 53 зомбика и рекорд побит. Рекорд побит, 53 зомби. Ну что же, супер. Супер, супер, супер. Ну вот, я очень рад, друзья. Еще, чтобы мы побили сегодня вот по количеству вот мозгов, это было бы еще вообще супер. Ну вот, давайте-ка мы это сделаем. Немножко я расслабился. Тем не менее, движемся вперед. И я надеюсь, что сегодня нам все получится. Итак, неожиданно сегодня все же удалось побить вот по количеству зомбиков. У меня рекорд 53. Вот пишите, друзья, вот в ваших отзывах, комментариях, какой у вас рекорд. Вот сегодня вы увидели, что я его смог побить, наш рекорд. Вот осталось еще побить по количеству мозгов, было бы здорово. Вот не уверен я, что сегодня у нас получится. Вот что-то я немножко расслабился, но надеюсь, у нас все получится. Итак, вот превращаемся в баллоны. Вот будем поглощать людей. Вот супер зомби птица, надеюсь, нам поможет. Ну и посмотрим, что из этого получится. Итак, движемся, движемся, движемся. Вот, смотрим, где же другие зомбики. Ага, вот есть люди, давайте-ка мы поглотим их. Ой-ой-ой, неудачно попали на бомбочку. Вот еще один человек, поглотим его. Вот, неплохо, неплохо. Ну что же, вот так забавно летят наши зомбики-шарики, поглощают людей. Ага, нужно, кстати, собирать мозги, которые... Вот, да, вот, супер, друзья, удалось перевернуть. И, ай-яй-яй, друзья, упустил машинку. Вот, и, к сожалению, бонус закончился. Нужно, конечно, будет здесь быть намного осторожнее. Вот, аккуратненько перепрыгивать. Ой-ой-ой, что делается, какие неожиданные провалы. Тем не менее, наши зомбики молодцы. Вот, уже 88 мозгов собраны. Но до рекорда еще далеко. Вот, а тем более, чтобы перебить его, друзья, буду стараться это... Ой-ой-ой, друзья, и не хватает зомбиков, чтобы перевернуть танк, чтобы перевернуть автобус. Нужно будет очень-очень аккуратно вести. Ой-ой-ой-ой. Итак, есть машины. Ага, вот благодаря нашим помощникам. И да, удалось добраться до... Вот, да, квотербеков. У нас, кстати, задание при помощи квотербека взрывать бомбы. Но вот не дает нам эта зомби-птица, супер-зомби-птица. Она сама взрывает. Но я надеюсь, что сейчас что-то попадет. И вот, да-да-да-да-да, вот взрывает наши квотербеки. И вот, друзья, удалось выполнить очередное задание. Ну что же, это приятно. Это приятно. Итак, двигаемся дальше. Аккуратненько. Вот, взрываем бомбы. И я, друзья, надеюсь, что наши зомбики не упадут вот в провал, либо в яму. Вот, ой-ой-ой, друзья. И как-то не очень хорошо. Вот,
получилось. Итак, 100, по-моему, 100 мозгов я собрал. Вот рекорд по мозгам не удалось побить. Зато, друзья, удалось нам перейти на 96 уровень. Вот, даже не ожидал, что мы так далеко сможем зайти в этой игре. Вот. Ну что же, очень прикольная, необычная игра. И у нас, друзья, два новых задания. Продайте один лотерейный билетик и потрясите устройство в эпизоде Лос-Анджелес. Ну давайте-ка попробуем продать лотерейный билетик и выполнить очередное задание. Итак, продать. Так, вы хотите продать этот билет за 400 монет? Конечно. И да, друзья, очередное задание выполнено. Вот, очень даже неплохо. Ну что же, вперед, друзья. Вот, очередная у нас комбинация от подписчика. Вот, давайте-ка мы зайдем в магазин. И вот еще одну комбинацию попросили подписчики, чтобы я взял нищий и суперсайз. Вот интересная комбинация. А вы, конечно же, друзья, пишите в отзывах ваши комбинации. И согласно ваших отзывов и комментариев, я буду вот брать следующие комбинации. А у нас есть из классических зомби-птиц, это самые слабые птицы, нищий, мозг, бомба, панк, птеродактиль и фея. Из суперзомби-птиц банкир, коробка, робот, гигантская фея. Из гиперзомби-птиц магнит, старый мудрый мозг, великан, классный бонус, коробка, дикий птеродактиль. Из ультразомби-птиц скупой банкир, стильная бомба, панк-авиатор и часы. И из легенд, это самые мощные и самые сильные зомби-птицы, это зомби-птица суперсайз, супер зомби-птица и милая фея. Вот, и как я сказал, сегодняшнюю комбинацию и попросили, чтобы я взял нищего и суперсайз. Суперсайз — это самая сильная, а нищий из класса, вот, из классических, самая слабенькая. Тем не менее, вот возьмем сегодня вот такую вот забавную комбинацию. Вот наденем и попробуем пробежать и посмотрим, что из этого получится. И давайте-ка, друзья, возьму кучу бонусов. Возможно, удастся все же вот сегодня побить по количеству мозгов. Рекорд по количеству зомбиков сегодня удалось побить. 53. Вот это, конечно же, здорово. Я даже не ожидал. Очень давно мы уже не били рекорд. Но сегодня это удалось. Ну что же, замечательно. Я рад, что это нам удалось, друзья. Ну и, конечно же, жду от вас отзывов в комментариях. Вот рекорд по вашей игре. Итак, неплохо мы идем. 19 зомбиков уже в отряде. Вот несколько потеряли в яме, в этих провалах. Но я надеюсь, друзья, что мы еще далеко с вами зайдем и вот побьем рекорд по количеству мозгов. Ну, по крайней мере, я бы очень хотел, чтобы мы сегодня побили рекорд. Не факт, что получится, но я постараюсь сделать все возможное. Итак, собираем монетки. Вот, вижу, мы добрались в эпизод с мостом. Вот появился туман. Насколько я помню, раньше не было тумана. Вот, но сегодня почему-то вот появился. Ого-го-го-го-го. По-моему, это Лос-Анджелес. Вот такой. И да, друзья, добрались мы до первого вот бонуса. Это у нас ниндзя. Вот есть такие двойные прыжки. Вот, ой-ой-ой, друзья, вот так прыгаем. Постараюсь я их не терять. Разрезаем самолетик катанами. Вот супер. И второй самолетик. Ничего себе. Вот так здорово наши ниндзя сегодня вот так отлично пробегаются. Отлично, отлично. И еще вот так вот, так вот, так, да-да-да-да-да-да. Ну что же, супер. Итак, неплохо идем по эпизоде вот Лос-Анджелес. Ого-го-го, как здорово идут наши ниндзя, разрезают бомбочки. Вот, и довольно-таки здорово идет вперед. Итак, 32 зомбика, очень хороший результат, но, к сожалению, заканчивается вот бонус, заканчивается бонус. Вот, и нужно идти аккуратнее, уже не смогут наши зомбики разрезать, нужно будет как-то беречься. Вот, неплохо, неплохо. Итак, вперед, ой-ой-ой, попадает на вертолет, погибает один из зомбиков. Итак, вперед, друзья, и наши зомбики превращаются в баллоны. Вот, неплохо, только нужно уворачиваться от бомб. Вот, давайте-ка вот эту машинку перевернем, собираем монетки. Вот главное, хотел бы я, друзья, сегодня еще побить вот рекорд по мозгам, но не факт, что получится. Вот, будем стараться, конечно же, это проделать. Ну, посмотрим. Итак, вперед, вперед, вперед. Уклоняемся от бомб. Вот, собираем девушку. Вот, увеличиваем тем самым наш отряд.
Вот здорово. Итак, где же еще зомбики? Где же вы, дружище? Вот, да. Вот поглотили группу людей. Вот перевернули автобус. И наш отряд уже 30... Было 38 зомбиков. Сейчас 36, 33. Вот теряю, друзья, теряю. Благодаря неприятностям. Благодаря куче вот препятствий на нашем пути. Тем не менее, друзья, мне очень понравилось, что сегодня... Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Что сегодня удалось побить рекорд. Итак, очень здорово. Идут провалы, очень непросто здесь выжить. Я, конечно же, стараюсь, вот, чтобы наши зомбики подальше прошли, но не факт, что получится. Итак, вперед, 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 вперед. Бежим, бежим, бежим. И да, вот, друзья, добрались мы до очередного супербонуса, и это супербонус меха. Вот есть 6 зомбиков сейчас в отряде. 69 мозгов собраны. Отлично. Вот, разрезает на лету самолетов, вертолеты, вот машинки, и движемся дальше. Очень-очень неплохо. Вот бросает еще нищие мозги нам, а вот суперсайз забрасывал монетками в туннеле. Ну, наверное, вы обратили внимание. Ну, а я пока бегу дальше. Вот разрезаю автобусы, машинки. Вот собираем людей и увеличиваем наш отряд. Вот неплохо, неплохо, неплохо. Бежим, бежим. Итак, очень увеличилась скорость, и не удалось моим зомбикам перевернуть самолетик. Ой-ой-ой, друзья. И давайте-ка мы спасем наш отряд. Я все же надеюсь, что есть небольшой шанс, но все же побить рекорд. Итак, посмотрим, как удастся нашим зомбикам. Вот, пока двигаемся вперед, уклоняемся от бомбочек. Вот так неплохо. И вот надежда умирает последней. Итак, что-то мой телефон, друзья, подвис. Не знаю, в чем дело. Вот как-то, скорее всего, греется телефон. Вот, и вот такая вот неприятность, и мои зомбики попали вот в аварию. Ну что же, здорово, друзья. Вот, кстати, смотрите, на 98 уровне наш мех сможет уже летать. Ну, надеюсь, это вам понравится. Пока мы с вами попробуем перейти на новый уровень. Итак, в следующих сериях вас ждут новые испытания. Нужно будет добраться до туннеля под номером 6 и уклониться от 4 бомб с помощью квотербеков. Вот, и никак не могу выполнить задание. Вот, имейте в наличии на зомби в шляпе парик в стиле Элвис в эпизоде Лос-Анджелес. Ну, ничего страшного. Итак, давайте-ка откроем лотерейный билетик и посмотрим, что интересного у нас попадет. А награда у нас сегодня в лотерейном билетике 200 монеток и бонус плюс 15 секунд. Ну что же, здорово, друзья. Итак, на этом сегодня я с вами прощаюсь. Всем пока-пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ожидайте новых серий. И, конечно же, пишите в отзывах, в комментариях вот ваши комбинации зомби-птиц. И согласно ваших отзывов я буду снимать. У каждой комбинации есть свои нюансы. Я зачитывал, какие у нас есть зомби-птицы. Так что жду ваших отзывов, комментариев. Итак, всем пока-пока, друзья. А чтобы не пропустить ни одну серию, нажимайте в правом верхнем углу на колокольчик возле кнопки подписка, и к вам будут приходить уведомления о новых видео. Всем пока, друзья, до новых встреч!